Пройдем туда, посмотрим. Да. Да. Они позировали все, наоборот, фоткались. А потом, когда уже отгрузились, да, уже перестали фоткать. Вот так выглядит. Сюда там тоже? На балкончик выходили. Строится, видишь? Веселый, да, выходной? Шаббат. У нас больница. Я ж... Руководство Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать.